хотела стать рекою, и чтобы там солнце купалось. Я хотела стать сама собою и сама в себе потерялась. Ну просто это такой возраст, и мне немного страшно, что же теперь дальше. В критической ситуации Вяземский спасает пациентку и преподносит урок Теркулову. Но самый тяжелый разговор у них еще впереди, ведь Ольга намерена представить Вяземскому Софию. Теркуловы не могут предвидеть, чем обернется это знакомство. А пока Вяземский рад известию, что Карина носит его правнука. Профессору нравится Папазян и его дружное семейство. Гришка мечтает о Софии, не подозревая о том, какие последствия будет иметь его план. Ну как-то тебе легче. Шура, вызывайте скорую. Шура, не надо скорую. Вызывай такси. Я уезжаю. Михаил Федорович, мы поняли, что вы на нас сердитесь, но со здоровьем шутить не нужно. Полежите. Вы нарушили мой запрет. Я не останусь в этом доме ни на минуту. Папочка, ну что ты такое говоришь? Нет, дойти до такой степени безнравственности. Знакомить меня с инкубатором. Папа, София не инкубатор. София замечательная женщина. Оленька, приступ может повториться. Мы к Гале поедем. Поедем к Галочке. Она знает, как нужно относиться к отцу. Она истинная моя дочь. А с Тарасиком что делать, а? Надо, чтобы он всегда находился у Зои. Если они с Софией встретятся, то все пропало. Софию из дома не вытащишь. Ты об этом не думай. Уложим спать с Павликом. Да вот и все. Спасибо тебе. Только надо ее предупредить. А то будет волноваться. Сейчас. Сейчас. Я ей это, записку напишу. Сейчас. Ага. Вот. Ну? Вроде все. Готово для встречи. Ага. Так. Вот. На дверь ей прикрепишь, ладно? Тарасик у меня на яхте. Приходи поскорее. Гришка. Да ты не сомневайся. Придет. Ну, я пошел. А ты давай за мои заслуги додрай палубу и бак заправь. Я заправлю. Слушай, а Корнеев сказал, что у него завтра туристы, а? Ты чего? Твоя она будет. Чего ты так переживаешь? Ты же вроде не урод и балаболить умеешь. Да и соперников у тебя нет. Это как сказать. Доктор, который Тараску лечил, к ней клинья подбивает. Кто? Белорубашечник? Ненавижу, а. Ну вот он, ты же его видел. Слушай, мы с тобой нормальные мужики. Кто он против нас? Будет мешаться, ты только скажи. Я уж с ним точно разберусь. Да не, ну я сам... Ну и все. Никаких шансов у него против тебя нет. Понял? Понял. Давай, мужик. Thank you.
ты же видишь, в каком отец состоянии. Все, что он наговорил, он так не думает. А ты слышал, что он сказал? Он сказал, что ему больше не дочь. Но это сорвалось просто. Почему он с нами не захотел поговорить по-человечески? Оль, ну я знаю его характер, он вспыльчивый. Он, когда несправедлив, всегда признает. А София? Ты должен поехать и извиниться перед ней. Да никуда не поеду. Ты такая расстроенная, Михаил Федорович, и плохо. Со мной все в порядке, Сережа. А Софии нужно успокоить. И потом ты не забывай, что она носит нашего ребенка. Не дай бог, что я попробую еще раз поговорить с папой. Ты уверен? Нельзя о возрасте забывать. Тем более сердце все время прихватывает. Ты знала? Знала, что они сделали? Подсадку? Не знала, скрыли они. Я же отговаривала все время. Если бы я был здесь, я бы сумел их отговорить. Может, и сумел бы, а может, дети не всегда родителей слушают. Я своей вон тоже тогда говорила. Что? Такси пришло? Я тебя прошу, пап, не уезжай. Как ты не понимаешь, мне неприятно в этом доме быть. Я это уже слышала. Просто в таком состоянии тебе нужен покой. Покоя нет в этом доме. Мне здесь все хуже и хуже. Ты вызвала такси? Не успела. Не успела. Давай я сама тебя отвезу. Я вижу, как ты заботишься об отце. Так заботишься, что довела его до сердечного приступа. Я не нуждаюсь в вашем участии. Хорошо, я позвоню Гале, пускай истинная дочь тебя отвезет. Что ты тут делаешь? Зой, понимаешь, мне твоя соседка понравилась. Думаю, вот как к ней подкатить. Да Гришка попросил записку повесить, никак не успокоится. Тролевали любовь у него. Хо-хо-хо, родитель за Гришку. Ну-ка, иди-ка сюда, пойдем, а то я уже горю. Алеша жарил на баяне. Кобелина. Я собираюсь сегодня выиграть, Никитос. Миш, не говори раньше времени. Знал бы ты, как мне мозг проели мои родственнички. Дед со своими принципами, мать с наставлениями, Карина со своей семейкой. Миш, ты собираешься играть на деньги, предназначенные на подарок Карине. Никит, я собираюсь выиграть. Да не переживай, купим мы Карине цацку какую-нибудь. Только вначале дай мне чаще, чтобы у тебя было на что купить. Да ты что, Никитос? Я сегодня столько выиграл, что не только на бабские цацки. Еще всем здесь проставлюсь, еще останется. Класс. Выпьем, закусим. А сейчас дай мне половину. Слушай, ты мамочка моя, что ли? Перестань. Нет, я просто видел в одном американском фильме. Так делают, отдают другу половину, чтобы все деньги не проиграть. Слушай, ну ты прав. Есть такой фильм, только забыл, как называется. О! А вот и мамочка. До свидания, мамочка. Миша, где же тебя носит? Вот паразит, где только берет деньги на свои гулянки. Ладно, ты прав. Держи. Хотя я все равно сегодня выиграю.
по своей системе. Ага. Спасибо. Ну, понеслась. Да, Оленька? Галь, приезжай ко мне. Тебе придется забрать папу. Я не поняла, что с папой? Ты хочешь, чтобы я приехала прямо сейчас? Он хочет ночевать у тебя. Я сама хотела его отвезти, но он больше не нуждается в моих услугах. Ты приезжай, я тебе потом все объясню. Ну, хорошо, хорошо, я сейчас приеду. Привет! Ты чего так переполошилась? Да все нормально, он в каюте играет. Господи, да когда же ты повзрослеешь? Мальчику спать давно пора, ночь на дворе. Да ты хоть ужином его покормил. Я, конечно. Тарасик! Тарасик! Его здесь нет, Гриша! Гриша! Гриша, что это за шутки? Открой, я тебе сказала. Гляди-ка, так торопился, что канистры забыл. Ну и фиг с ними. А может, того? Притырим? Да еще чего. Ну давай, наливай. Ну, дети еще не уснули. Не боюсь, я тихо. Ну, подожди. Ну, подожди ты. Что? Тарас, ты чего? Спать пора. Я без мамы уснуть не могу. А, мама просила, чтобы ты сегодня с Павликом поспал. А она скоро вернется. Раз скоро, я ее подожду. Иди спать, а то всыплю. Тарас, погоди! Да пускай валит! Ну как можно мальчику одному ночевать? Тарасик, погоди! Тарасик, стой!
Тарасик, ну как так можно? Ну нам с дядей Петей бежать за тобой приходится. Ну пойдем обратно, давай. Ну не пойму я, ну чего ты обиделся, а? Ну пойдем, а завтра с утра с Павликом играть будешь. Да сколько его можно уговаривать? Дядя Сережа! Тарасик, что здесь происходит? А ты кто такой, чтобы перед тобой тут отчитываться, а? Ты чё вообще сюда припёрся посреди ночи? У Софии, между прочим, мужик есть. Я не понимаю, что здесь происходит? Где София? Ты чё на неё вылупился? Своей бабы мало. Пусти меня! Ух ты, силища какая! Отпусти немедленно! Ой, я этого не хотел, ты сама меня вынудила! Куда вы собираетесь его везти? Дядя Сереж, не отдавайте меня! Тарасик, отойди пока. Не трогай ребенка. Ну, интеллигент, держись. Петя, стой, погоди, не надо, пойдем! Пойдем домой, Тарасик, пусть останется! Скажи спасибо женщине, что цел. Еще раз тебя здесь увижу, пеняй на себя. Не бойся, Тарасик, ничего не будет. Слушай, а насчет Софии забудь. Занята она, понял? У тебя своя баба есть. Нечего на наших губу раскатывать. Ты-то что встряла? Я бью одной левой. Пошли. Ну что, пойдем? Обалдела? Что? Это я обалдела, да я тебя... Все, перестал. Где Тараси? Говори немедленно. Я, наверное, оглох. Что-то в ухе звенит, а? Что ты? Может, по второй треснет, тогда перестанет. Где Тарасик? Да все нормально с твоим Тарасиком. Узой его. Наверное, уже третий сон видит. Какого черта ты меня сюда притащил? Поговорить хотел. Что случилось? Мы хотели отца с Софией познакомить. Оль, как глупо. Ты же знаешь его отношение к суррогату. Знаю. Ну? Мы думали, что она ему понравится, что мы подсадку уже сделали. Понятно. Но почему ты со мной не посоветовалась? А он кричал? Ужасно. Ужасно кричал. Довел себя до сердечного приступа. Врача вызвали? Нет, он сказал, что... Он сказал, что уверен, что обойдется. Так. Сказал, что... Сказал, спокойно. Что я ему больше... Что? Что я ему больше не дочь. Колюшка, ну чего не скажешь со злости? Успокойся. Ты говорила, что он любит меня больше, чем тебя. Сказал, что ты его настоящая дочь, а я нет. Да, перестань, Оль. Ну, раз уж так получилось, я тогда пойду его заберу. Ладно, а мы с тобой потом пообщаемся. Ладно, все, давай. Обсудим все потом. Оль, потом. Галя, папа. Помоги мне. Так, осторожно. К тебе едем. Ты уверен? Я своих решений не меняю. Ты, главное, не нервничай, медленно. Поднимайся, тихо, медленно. Да, так, тихо. Оль, помоги, пожалуйста. Не Оля. Надо. Спасибо, не надо. Шур, Оль, Шур, помоги. Тихо. Шурочка, моя надежда. Пап, я прошу тебя, не уезжай так. Тихонечко. Тихо. Thank you.
Всю щеку разворотила. Я же теперь калекой стану. В ушах звенит. А зачем ты меня сюда притащил? Да нужно было. София. Я люблю тебя, София. Гриш. Подожди, не перебивай. Я всю жизнь тебя люблю. Люблю всю жизнь, но не осмеливался сказать. Я никогда никого не полюблю, кроме тебя, понимаешь? Гриш, встань. София, скажи, пожалуйста. Я могу надеяться? София. Я тебя люблю. Ты не могла этого не видеть. Я хочу сказать, ты самая прекрасная женщина на свете. Не нравится мне дядя Петр. Хорошо, что вы приехали. Я домой хотел, а он не пускал. А почему ты у Зои? Где мама? Мама? Не знаю. Она на работу уехала и не возвращалась. А тетя Зоя сказала, что мама велела переночевать у нее. После работы мама была у нас в гостях, а потом уехала. Ее там у нас обидели, и я приехал извиниться. Она домой не приходила. С мамой что-то случилось? Не переживай, у нас же есть телефон. Сейчас мы позвоним и все выясним. Гриш, встань, пожалуйста. Нет, я хочу, чтобы ты знала, ты все для меня. Теркулов. Опять нам кто-то мешает. За борт его! Гриша, постой! Ты что наделал? Ты что, с ума сошел? Это же Теркулов! Значит, правильно выбросил. Он тебя использует, подкатывает тебе, в постель затащить хочет. Я ему вообще морду набью. Сергей Борисович просто так звонить не стал бы. Наверное, что-то случилось. Гриша, какой же ты дурак! Да, я дурак, 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 дурак. София, я дурак, но я твой дурак, пойми. София, милая, я работать начну. Я тебя обеспечу. Я все для тебя. Не отвечает. Может быть, она пошла прогуляться? Одна? Кажется, не одна. А кто такой Гришка? Гришка? Это мой дядя, папин брат. Помните, вы с ним виделись? Да, это который был с тобой, когда я приезжал первый раз. Да. Гришка веселый, но не путевый. Так мама говорит. В записке написано, что ты на яхте. Нет, я сегодня на яхте не был. Может, Гришка решил пошутить? А что это за яхта? Ты знаешь, где она находится? Знаю. Пойдемте туда. Показывай дорогу. Гриша. Я знаю, тебе трудно было это сказать. Но незачем было затаскивать меня на эту яхту. Ну а как, скажи, сделать это на берегу? Да с тобой постоянно же кто-то находится, то Тарасик, то Оксана. А я хотел романтическую прогулку, чтобы мы вдвоем, понимаешь? Гриш, ты хороший парень. И ты обязательно найдешь себе другую, которая оценит твою романтическую прогулку. Мне не нужна другая, мне нужна ты. Ты понимаешь? А я? Ты же знаешь, какие мы с Максимом были счастливы. Пойми, у меня такого в жизни больше никогда не будет. Не надо сравнивать меня с Максимом. Я все знаю, что я и в подметке ему не гожусь, что я в тысячу раз его хуже. Ну ты пойми, я люблю тебя. Только ты не хуже, ты не хуже, ты просто другой. И ты обязательно будешь счастлив, но только не со мной. Не говори так, мы можем быть вместе. Хорошо, мы обязательно будем вместе. Потому что я тебя никогда не брошу. Я всегда буду рядом с тобой. Только
ничего, кроме дружбы, между нами быть не может. Выпей чаю, Олюшка. Чай всегда бодрости дух придает. Что могло случиться с папой? Шура, ведь он всегда был интеллигентным человеком. Ну, конечно, спорил в вопросах науки, но так. Твой отец настоящий ученый. И в жизни он всегда был образцом для других. Я тоже так раньше считала. Но сегодня... Оскорбить совершенно незнакомого человека. Я не знаю, у меня просто в голове не укладывается. Ну, видишь, он сам измучился и других мучает вокруг себя. А больше всего он о тебе беспокоится. Да, но раньше, когда были какие-то разногласия, то мы могли просто сесть с ним и спокойно поговорить. Я знаю. Видишь, не может он удержаться. Да. Целый уж от грязи вылил на Софию. За что? Вот скажи, за что? Не надо ей было соглашаться. Что? И ты туда же. София согласилась на это из сочувствия ко мне. Разве она в чем-то виновата? Господи, Шур, как же мне быть? С одной стороны, папа, с другой стороны, София с нашим ребенком. Отец будет стоять на своем. Единственный способ его вернуть – это отказаться от вашей затеи с суррогатным материнством. Почему ее нет? Она всегда здесь стоит. Ты уверен, что здесь? Конечно. Я тут сколько раз был. А вот и Гришкин краб. Он всегда здесь стоит. Да. Да. Давай попосреднее. Чтобы мы были здоровы. Простите. Простите. Тут яхта стояла. Вы не видели? Что, Корнеевича, что ли? Да, яхта капитана Корнеева. Корнеева? А вы его знаете? Нанимал у него яхту несколько раз, замечательный человек. Он у папы был капитаном. Скажите, а вы не видели, кто отплыл на этой яхте? Видели. Мужик такой молоденький был. Худой. Да. Он с большими ручищами. Гришка! С папой такой. Чернявый. Это с мамой? Так спешил, что он... Канистры бросил. А как давно это было? Ну, чекушки две уговорили. Да, часа два назад. Точно. Значит, часа два назад. Я не могу без тебя жить. Ты мне нужна, я... Я буду надеяться. Мы должны быть вместе с Софией. Гришенька, все будет хорошо. Ты обязательно будешь счастлив. Я не знаю, что мне делать. Я постоянно о тебе думаю. Я спать ложусь, ты мне снишься. Что мне делать? Скажи. Я все понимаю. Ну, если бы ты присмотрелся, ты бы понял, что есть женщина, которая точно так же думает, как и ты. Гриш, Оксана очень хорошая, и она тебя любит. Да не нужна мне Оксана, мне ты нужна, понимаешь? Спасибо, я очень ценю твою любовь, правда, поверь, но... София, ну как тебя можно не любить? Ну ты же такая красивая, прекрасная, сильная женщина. Что такое? Что случилось? Я не залил топливо. И что это значит? Мы не сможем вернуться. Что?
Отношение отца к суррогату не каприз. У него есть на то причина. Я не хочу больше это все обсуждать. Папа сказал, что я ему больше не дочь. Да дочь ты ему. Просто он пытается удержать тебя. Спасти. Да спасти? От чего? Я что, в опасности? Все это очень сложно. Мне самой все сложно. Я не узнаю папу. Он мне ничего не объясняет, не разговаривает со мной. Но у него есть причина настаивать. Просто откажитесь от этой затеи, и все встанет на свои места. То есть, если я откажусь от того, чтобы София родила мне ребенка, то я не потеряю отца, да? Ой. Просто, вот просто откажись от суррогата, ты увидишь, что отец все такой же, любящий, добрый. Поздно подсадка сделана. Хочу терять папу. Подскажи, как мне быть, чтобы его не потерять? Никак. Он будет стоять на своем. Тарасик, я понимаю, что ты хочешь спать, прости, но не знаешь, где живет Корнеев? Мы встречаемся только на пирсе. А как позвонить Корнееву или Гришке? Я номеров не знаю. Все номера у мамы в телефоне. Ну, давай попробуем позвонить еще раз ей. Ну, не расстраивайся. Ничего не должно было случиться. Она ведь не одна с Гришкой, а Гришка твой дядя. А кто может знать телефон Гришки? Тетя Зоя может. Или дядя Петя. Ну, тогда нам придется еще раз поговорить с дядей Петей. Ты ведь хочешь, чтобы мы нашли твою маму? Конечно, хочу. Пойдем. Папочка, я сейчас вернусь. Мне нужно срочно позвонить. Ладно. Алло. Миша с тобой? Нет. А он что, разве не дома? Он ушел сразу, как вы уехали. Он же с вами собирался вечер провести. Да, ты только не волнуйся. Просто у нас ночует Мишин дедушка, ему очень плохо. Я, к сожалению, не могу его оставить. Я тебе звоню. Извини, так получилось. Я хочу, чтобы Миша был дома, помог мне с дедушкой. Ну, ты понимаешь, мне просто не к кому сейчас обратиться. А если вам нужна помощь, я готова. Я звоню ему, а он сбрасывает мой звонок. Кариночка, это должно остаться между нами. Ты сможешь выйти из дома? Да, да, конечно. Не волнуйтесь, я никому не скажу. А что случилось? Он сейчас, наверное, в казино со своим другом. Где? В казино? Должна поехать и уговорить его вернуться домой. Я понимаю, что это будет непросто. Справишься?
Да, конечно, справлюсь. Так, а ты знаешь, где это находится? Это находится позади ресторана Козырева, в полуподвале. Металлическая дверь без надписи. Да, я знаю. Я все, я уже выхожу, он скоро будет дома. Спасибо тебе большое. Я еще раз тебя прошу, это должно остаться между нами. Никто не должен об этом знать. Да, конечно. Кто-то звонил? Нет, спи. Ставки сделаны. 18. Хватит. 13. Еще? 18. Миш, хватит. Переберешь. Никит, уйди отсюда. Я сегодня с рулетки денег сорвал, сейчас еще и с блэкджека сорву. Давай еще. 21. Да! Ну я ж говорил. Ну, Никитос, сегодня мой день. Выпивку всем за мой счет. О, здесь наливают выпивку. Да. Миш. Ну что, реванш? Сделай же ты что-нибудь. Да что я могу сделать? Мотор без топлива работать не может. Я должна быть дома. У меня там Тарасик один. Да ладно тебе с твоим Тарасиком. Да нормально все с ним. Он у Зои. Его накормили, спать уложили. У Зои он, понимаешь? Мне нужно домой. А я поплыву к нему. Да. Ты что, сдурела, что ли? Ты не доплывешь! Эй, Гриша, да ты хоть понимаешь, что ты наделал? Сейчас выйду. Ой. Простите, ради бога, что так поздно. Ты что, опять приперся? Я ведь не посмотрю, что с детем. Мы переживаем за Софию, она не пришла домой. Видимо, она с Гришкой, но у нас нет его номера телефона. Я ж тебе русским языком сказал, не лезь. Свиданка у них, не нужен ты, лишний ты. Пойдем, Тарасик, нам здесь не помогут. Молодец, что промолчала. Никогда не лезь в мужские дела. Здорово. Ну что там у тебя стряслось, Васильевич? Да вот, хотел одного богатенького обуть. Да, оплошал. В общем, проигрался я, Антош, как лох последний. Выручай. Ну, как ты хотел? Ты что думал, тебе форте всю жизнь будет? Фортуна, девушка капризная. Сколько? На 100 косарей сопляк вяземский меня выставил. Вот так нифига вот. Нифига себе! Вот это глумится, внучок академика. Да. Короче, Васильевич, проценты ты мои знаешь.
Я же тебе не благотворительное общество. Сужу тебе 100 тысяч под 20% в месяц. А ну, я лучше в банк схожу. Видишь ты, обиделся. Ну так. Ладно. По старой дружбе. 10%. Только для тебя. И запомни, теперь ты мой должник. Нет базара, обращайся. Поздравляю вас. То ли еще будет, Никитос. Сегодня мой день. Пожалуйста, делаем ставки. Все на отчет. Миш, ну зачем так рисковать? Видишь, все играют по маленькому. Никит, ну ты ничего не понимаешь. Понимаешь, удача любит рисково. Слушай, тебе уже достаточно сегодня, ты и так выиграл. Не парься, Никитос, все идет ровно по моим расчетам. Миш, да никакой системы не существует, ерунда. Спасибо, так больше нет. Спасибо, Галчонок, за заботу, за то, что перевезла меня к себе. Папа, о чем ты говоришь? Тебе лучше? Мне лучше, потому что я пил из твоих ручек. А Миша? Миша не зайдет ко мне. Он еще не вернулся. Все никак не может расстаться с невестой. Молодые. Пап, что бы ни случилось, я всегда на твоей стороне. Но мне бы хотелось знать, что все-таки произошло между тобой и Ольгой. Прости, тебе, наверное, трудно говорить, но я бы хотела знать. Не в этом дело. Расскажи мне, это останется между нами. Ты можешь доверять мне. Если я скажу правду, это перевернет не только твою жизнь, но и жизнь всей нашей семьи.